SizeCamera REC5 выполнена с той же задумкой, что и ранее рассмотренная панель. Комплект поставки во многом схож. Только теперь в коробочке можно обнаружить три кабеля SATA вместо двух. Также кабель для внутреннего разъема USB стал одинарным, а не двойным. Длина осталась прежней 50 см. Крепится устройство все теми же к четырьмя шурупчиками. Впечатления от работы обоих панелей оказались вполне предсказуемыми. Накопители размером 2,5 дюйма без проблем выдают свою максимальную скорость, так как подключение прямое. Для теста мы воспользовались SSD Kingston SV100S 2 128 ГБ. Он работал точно так же, как при коммутации к материнской плате. Небольшой нюанс связан лишь с индикаторами активности. В инструкции сказано, что в случае использования SSD они могут не работать. Подтверждаем, не работают. Флешки и карты памяти без проблем выдают свои номинальные скорости. Все упирается только в показатели самих устройств и пропускную способность шины USB 2.0.